Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня нестандартная, но творческая работа. Мне надо сделать интерьер для мотоколяски. Рама безопасности была сделана и установлена в другом сервисе. Мне надо сделать панель интерьера. Ну что, начнем. Первым делом я делаю шаблоны, после делаю панели из металла 0,8 мм. Итак, панели сделаны. Владелец отдаст панели мастеру по интерьеру, он их перетянет заменителем кожи. Через 2 недели панели у меня. Устанавливаю их. Под концовку изготовлю мелкие детали. Итак, на пол уложен ковер, панели установлены, и на этом моя работа завершена.
И вот эта фигня заняла 2 недели. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!